підійде і його черга виходити на сцену, оцей серйозний хлопчик. Здравствуйте, мене зовут Даня Варфоломеєв. Мені 9 лет, я з міста Дніпропетровськ. Я приїхав показати, як я граю на барабанах. На то время Данику было 6,5 лет. Ну, естественно, в музыкальной школе нам сказали, ну, мы берем в основном с 9-10 лет, потому что барабаны очень большой инструмент, и там нужна физическая сила. Но мы очень попросились, чтобы нас послушали. Ну, он понравился. И мы начали учиться. На партах стучу. Только учитель заметит и сразу дневник забирает. Надо хорошо себя вести. Говорит, что папа, я старался, но не получилось. Ось де Даня вже зможе побарабанити від душі, так це на нашій сцені. Тут зауваження до щоденника точно ніхто не посвятиме. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут нашего Даня артиста? Даня Варфоломеєв. Данечка, неужели вот эта вот установка имеет отношение к тебе, такому маленькому мальчику? Да. Ты барабанишь? Да. Ударник? Да. Серьезный такой? Чуть-чуть волнуется. А ты грустный такой. Ты устал, солнышко? Нет. А чего ты грустный? У тебя все в порядке? Да. Ну тогда показывай. Успех. Это настоящий успех. Данечка, вот что называется настоящий барабанщик. Он включается только за барабанами. Только выходит сразу раз такой и тихий. Дань, круто играешь. Круто. Спасибо. Молодец. Я думаю, Данил один из тех артистов, выступление которого говорит само за себя. Вот с помощью музыки ты рассказал все, что я хотел знать о тебе. Поэтому я скажу так. Спасибо. Даня, присоединяюсь к Владу и говорю так. Спасибо. У тебя три так дали. Спасибо.
Ты молодец. Умничка. Удачи, иди радуй близких. Типа, так и может быть, чтобы барабанщик был флемой? Я не первый раз такое вижу. И такой, знаешь, такой мальчик, такой поклон. А ну не упасть. Ну ты дал, Данька. Вот это да, вообще. Слушай, это было потрясающе красиво. Спасибо тебе. Спасибо. Я вас поздравляю. Спасибо огромное вам. Хорошего вечера. Спасибо.